Девушка, девушка, подождите. Спасибо. Не на пятый. Надо же и мне туда. Мне сегодня везет. Почему? Пятый этаж далеко, а вы рядом. Ну и что? А вот что. Сынок, одну минуту. Это очень срочно. Сейчас, сейчас. Пожалуйста. Ну, скорее, это очень важно. Ты что не спишь? Ну, что случилось? Пап, тебя можно на минуточку? Маленький, тебя что-то напугало? Ма, я не маленький. Кать, давай я его уложу. Ты иди, мы быстро. Пошли, что там у тебя? Мы быстро. Я брелок купил. Да ну. Я везде искал, не нашел. А ты где достал? В Змеящий ключ на электричке ездил. В нашем районе брелков с катями вообще нигде нет. Красивый. Но ты так далеко больше не уезжай. И матери только не говори, что один в пригород мотался. На, спрячь пока. А все остальное? Ну, все на месте, как договаривались. Молодца. Все, ложись спать. Ну что там, все в порядке? Более чем. Точно? Точно, точно. Какие вы с Иваном стали? Скрытные. Че ты хочешь? Эп! Кать, ну что ты хочешь? Ну, мужик растет. Да я понимаю. Но так было хорошо, когда Ванечка был маленький-маленький. Взяла его на ручки, прижала и сразу становилась так спокойно. Катюш, пацана у юбки не удержишь. И не надо. Ты прав. И это даже раздражает. Ну почему ты всегда прав, м? Потому что я в доме хозяин. Кать. Кать, подожди. Подожди. Загляни в комод, Кать. Ну, сказал, загляни. Дальше. С днем рождения, любимая. Так, хорошо. Хорошо, молодец. Активнее, активнее. Отлично. Серег, ты че? Устал. Необходимая спортивная злость приходит при разгоне. Давай, не останавливайся. Я не могу больше. Через не могу. Пока не откроется второе дыхание. Ну-ка, встань-ка в стойку. Я тебе покажу свой фирменный. Давай, двойку слева. Оп. Понятно? Угу. Слушай меня. Мне нужен лидер в команде. Вся команда равняется на тебя. Ты лидер. Нам осталось выиграть два боя. И мы побеждаем в областном первенстве. Это значит, что мы едем на Россию. Дальше международные соревнования. Понимаешь, о чем я? Угу. Вы правда думаете, что мы поедем на Россию? Все будет зависеть от тебя. Давай работай. Давай. Хорошо. Слушай, Вань, а ты чего сам не тренируешься? Не хочу.
Фу дает, был бы у меня батя чемпион, я бы от него не отходил, пока сам чемпионом не стал. А мой отец чемпионом так и не стал. Получил травму, ушел с большого спорта. Так мог бы стать, и тебя мог научить. Не, я на врача буду учиться на спортивную и буду лечить спортивные травмы. Стойку не проваливай. Давай, давай, работаем. Хорошо. Локти. Все, на сегодня тренировка закончена. Мне кажется, нам с вами хватит играть трагедии. Предлагаю выбрать пьесу и начать новую постановку. У того же Шекспира есть много замечательных комедий. Много шума из ничего, например. Предлагаю вам всем ее прочитать сегодня, а на следующем занятии мы ее обсудим. Ну, а на сегодня все. Подождите, пожалуйста, не уходите! Екатерина Олеговна, в этом шуме из ничего, там кого-нибудь убивают? Нет, но это же комедия. В ней герои страдают из-за недоразумений. Но заканчивается все хорошо. Я иду! Поздравляем тебя! Поздравляем, любя! Очень любим мы, просим, с нами будь ты всегда! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо вам, мои дорогие. Подождите, нужно желание загадать, Екатерина Олеговна. Уже. Спасибо, вы меня очень-очень порадовали. А я знаю, что вы загадали. И что же? Вернуться в Москву и играть на большой сцене. Нет, Анечка, я никуда не хочу отсюда уезжать. Здесь я абсолютно счастлива. Алло. Да, милый? А почему ж ты не звонишь? Все, бегу, уже бегу. Да. Еще раз спасибо вам большое, мои дорогие. А мне пора, за мной приехали. Спасибо. Ешьте торт. Спасибо. Я вас очень люблю. До свидания. До свидания. Пока. И как можно быть счастливой в Речноводске? Ну, простите, мальчики, я с ребятами совсем зарепетировалась. С днем рождения. С днем рождения, мам. Ванечка, красота какая. Спасибо, мой хороший. Сейчас я на ключи надену. Подожди до дачи. Почему? Ну, потом узнаешь. Самое интересное всегда потом. Ну, скажите сейчас, у меня же день рождения. М? Ну, мы тебе приготовили сюрприз, но пока это секрет. Кстати, Катюш, хотел тебя предупредить. В общем, сегодня на даче Лиза растопчена будет. Лиза? А кто ее пригласил? Ну, я. Кать, ну так получилось. Ну, встретились все вы случайно в магазине. Угу. Ну, то да сё, разговорились, кому цветы. Ну, в общем, неудобно было не пригласить. Ты чё, ревнуешь? Кать, ну перестань, ну. Бывшая одноклассница. А я и не ревную. С чего ты взял? Ну да, я вижу. Папа, крестный будет? Да, кстати. Матвей? Обещался. Между прочим, мне тоже есть повод поревновать. Я же молчу. Сравнил Лизу Растопчину с Матвеем. Ну, понятно. Тетя Лиза очень мрачная. А крестный очень хороший и веселый. Я его люблю как мама. А ты не подслушивай. Ну, я же правду сказал. Лиз, mm-hmm. Оцени. Неплохо, да? Ну, ничего. Слушай, помоги мне, а то до вечера буду ковыряться. Меня девчонки просили помочь. Mm-hmm. Я пойду. Ясно. Свет, а юбка откуда? А, это я из Милана привезла. Что, с последнего показа? Зачем? Нормальные люди
закупаются на сезонных распродажах. А с подиума пусть берут жен олигархов за бешеные деньги. Светка, какая ты все-таки продвинутая. Какая тут у вас красота. Лизавета, приборчики помоги разложить. А меня там Ксения Михайловна просила помочь. Так что вы тут справляетесь? Спрашивается, зачем приехала? Да если что, обращайся, я себя здесь пока не растерял. Асенька! Нам бы по аперитивчику. Ну, подождите еще чуточку. Сейчас уже наши приедут. Ну, только чуточку. Молодцы, девочки. Сервировано на отлично. Принимайте работу. Приехали. Ну, наконец, крёстные! Катюшка, не умоляю! Вот и мы! Красавица! Ой, так работа! Как хорошо, что вы приехали. Сестрёнка, привет! Здорово! Макс, привет! Привет! Ну чё, как ты? Нормально. Поздравляю. Привет, Роман. Катюшка, здравствуй. Нормально. Ну, вот, наконец-то. Привет, как ты? Привет, Лиза. Ой, ты мой маленький! Поздравляю тебя. Привет, вам! С приездом! Внимание! Кушать подано! Прошу к столу. Ой, Петя, ну что ж ты как рынка, да? Сколько шариков. Ласковее надо. Ой, а дорогие. А, крёстные. Да. А что такое рында? Рында? Ну, это такой корабельный колокол. А что, похоже. Да? Ну, пойдем. О, Ванечка, смотри, сколько шариков-то висит. Я сам украшал. О, здорово. Ванечка, иди за стол. Ой, совсем не поел. Бабуль, я сыт, я не хочу. Что, опять торта ждешь? Да. Ой, сладкоежка. Так. А можно мне вот эту тарелочку пододвинуть? Атос! Иди сюда, Атос! Да, пожалуйста, я не претендую. Бери, бери. Ну, кто еще не говорил тост? Можно я снова тост скажу? Ну, раз такое дело, давай. А я вот что хочу сказать. Катя и Макс. И, пожалуйста, не удивляйтесь, что сегодня Катин день рождения, а я поднимаю бокал за обоих супругов. Просто они давным-давно уже стали для нас единым целым. И говорить об одном, не упоминая другого, это все равно, что надевать ботинок на одну только ногу. Светка, ты сила! Да тише ты, не охай. Спасибо, Никусик. Так вот, дорогие мои. Катя и Макс. Я поздравляю вас с днем Катиного рождения. Как же это здорово, что небо дало нам такой замечательный дом, большую дружную семью, много друзей, хороший стол. Какой прекрасный день. И как здорово, что вы есть у меня. И я есть у вас. И что мы все любим друг друга. За любовь. Ура! Ура! С днем рождения! Поздравляем! Катюш, я хочу сказать спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Ты мой самый дорогой подарок в жизни. Ты подарил мне семью, сына, любовь. Это самое дорогое, ради чего стоит жить. Все остальное – полная ерунда. За тебя. А теперь прошу все за мной. Все, пойдем. Вот я сюрприз. Как интересно. Ну, пойдем посмотрим, куда он нас ведет. Интересно. Вот это да! Макс! Ого! Вот это! Смотри, какая красивая, правда? Это... Макс, мне? Ты вообще даешь, но ты нам... С днем рождения! Такой подарок сделал, я молодец! Спасибо! Молодец, Макс, молодец! Мам, брелок на врачи, не забудь одеть! Как же я вас люблю, мальчик! Ну, братик, ты сила! Максим, молодец какой. По-моему, угодили. Подарок, да? Катюшка такая счастливая. Да с таким подарком трудно не угадать. Да уж, а куда она на ней? От дома до ДК будет ездить. Ты жабу-то придуши, а то она тебя задушит. Севочка, Макс, я молодец. Тоже такую хочу. Малыш, ну Катюшка, я очень рада. Катюшка, класс. Ну что, едем к новой жизни? Две машины на семью не многовато. Алло, да. Как праздник?
Да все отлично, зря не приехала. Да ладно, меня никто не звал. А навязываться я не привыкла. Ну ладно, перестань. Нас обоих приглашали. Ты сама не захотела. А зачем? Смотреть, как ты на Катьку пялишься. Юля, ну сколько можно говорить одно и то же? Мы просто друзья с детства. Это сейчас так называется. Ты что, опять пила? Ну, немного. Мне же надо тоже расслабиться. Юля, я прошу тебя, не пей больше. Я сейчас со всеми попрощаюсь и приеду, хорошо? Ладно. Я, наверное, поеду, у меня чего-то Юлька приболела. Давай, ну давай, увидимся. Ладно, пока. Спасибо. Ванечка! Что? Мам, что произошло? Ваня! Что случилось? Ваня! Что с Ваней? Ванька, сын, Таша. Что Ванечка? С ним? Отойдите. Ну что ж такое? Отойдите. Что с ним? А? Ваня. Ванечка. Матвей. Ваня. Что с ним? Сейчас. На циркуляторный коллапс похоже. В больницу надо его срочно. Так, давай. Ванька, держись, держись, сын. Быстрее. Сев. Эй, ты что стоишь-то? Поехали быстрее. Быстрее, не надо в больницу всей толпой, только мешать будете. Результаты будут, мы позвоним. Поехали, поехали. Все будет хорошо. Болит, Вань. Вань, тебя тошнит? Живот болит, спина болит, все болит. Держись, сын, сейчас в больницу приедем. Да он ведь горит. Потрогай, руки-ноги у него холодные. Ледяные, Матвей, что с ним? Похоже на пушечную свечку. Я сейчас позвоню в отделение, пусть готовится. Алло, это Краснов. Срочно готовьте Вань, держись. Держись, родной мой. Подозрение мы сейчас приедем. Парень на заднем сиденье, возможно, болевой шок. Только аккуратнее. Все, понесли. Ванечка, сейчас дядя Матвей тебе поможет. Мне больно, мне очень больно. Ну, потерпи, родной. Потерпи, родной. Ну, чуть-чуть потерпи, ладно? Я потерплю, мамочка. Что? 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 Ваня, помогите ему. Давай. Нина Васильевна. Ну, что вы тут? Отойди. Иду. Пульс есть. Давай. Все готово. Все, ведем. Отпустите туда меня к сыну! Тихо! Тихо! Да тихо ты! Все, тихо, тихо, тихо. Я должна была предчувствовать. Должна была. Катя, успокойся. Никто не мог знать заранее. Матвей, что? Ну, в общем, ситуация сложная. Ладно, пойдемте ко мне в кабинет. В общем, как я и предполагал, у Вани была почечная колика. Сознание он потерял от боли. Господи, бедный мой. Откуда колика? Он же не болел ничем. Но причину будем выяснять. Возьмем анализы. Проведем полное обследование. Только тогда поставим точный диагноз. А сейчас состояние его, ну, достаточно тяжелое. Развивается почечная недостаточность. Почему? Ну, потому что у него почка одна отказывает. Возможно, понадобится диализ. Что? Что за диализ? Подключение к искусственной почке. Откуда все это взялось? Макс, откуда я знаю? Будем выяснять. Возможно, скрытая инфекция была.
Анализы покажут, какая именно. Плохо, что у Вани аллергия на антибиотики. Бороться с инфекцией будет трудно. Я попробую почистить кровь препаратами, это поможет разгрузить почки. Но, возможно, понадобится пересадка. Что? Пересадка? Ну, это в крайнем случае, пока такой необходимости нет. Пересадка почки? Ну, как? Как? Этого же не может быть. Это же неправда. Да этого же не может быть, Макс! Катя, успокойся. Матвей, скажи, мы чем можем помочь? Вам нужно сдать анализы на совместимость тканей. Ну, в случае чего будем знать, кто из вас сможет стать донором. Мы готовы. Ну, вот и хорошо. Сейчас давайте идите, сдавайте анализы, езжайте домой. Нет, я хочу остаться здесь с сыном. Нет, это невозможно. Ваня сейчас вне опасности, но утомлять его не нужно. Поэтому сегодня ночью с Ваней буду я. А вам необходимо прийти в себя, так что давайте. Мам, Матвей нас отправил домой. Матвей будет дежурить с ним всю ночь. И потом, Кате надо отдохнуть. Мам, Ваня в реанимации. Вас сейчас к нему не пустят. И вообще, Матвей сказал, что мы на сегодня сделали все, что могли. Ну все, мам, давай, пока. Я завтра тебе позвоню, расскажу, как анализ, как что. Все, давай. Завтра. Завтра все будет понятно. Иди, только завтра. Катя. Катя, успокойся, Катя. Катя, я прошу тебя, успокойся. Послушай меня, все будет хорошо. Ваня поправится, верь мне. Я вас люблю. Кать, ты знаешь, а я заметил тебя еще в школе. Ваша театральная студия играла спектакль. Ты стоял на сцене. Такая чистая-чистая. В руках платок, как сейчас помню. Как этот спектакль назывался? Мы играли сцены из Отелло. Я была Дездемоной. Точно. Красивая, я влюбился. Ну, а почему ты не сказал? Ну, скажешь тебе. Ты ж была звезда. За тобой полшколы пацанов бегала. А я гордый. В очередь бы не встал. Вот и решил стать чемпионом. Потом уж подкатить. Ну и закрутилась. Москва, спортшкола. Но от судьбы не уйдешь. Приехал к родителям после чемпионата. С ребятами решили в парке прогуляться. А тут девчонка на роликах. Ты меня чуть не убила. Еле выжил. Нет. Там горка была крутая. Конечно, горка. А у меня тормоз на ролике отказал. Я ж говорю, девчонка без тормозов. Налетела, прокинула меня. Себе ногу вывихнула. Пришлось трампунг везти. Потом домой. А потом в ЗАГС, чтоб ты кого-нибудь еще на лету не переубивала. Я очень люблю. Скажи, с Ванечкой же все будет хорошо, да? Конечно. Верь мне, я обещаю тебе, все будет хорошо.
Верь мне. Доброе утро. Ты дома не ночевал? Ну, я вообще-то тебе звонил, у тебя почему-то телефоны были отключены. Тут просто такая проблема, что… Я в курсе. Я была в лаборатории. Вот результаты вчерашних анализов. Угу. Катерина тоже здесь? Нет, я их с Максом вчера отправил домой. А что? Обоих? Юль, ну что такое? Ну, твоя ревность тут неуместна. Я в Катьку был влюблен в 7 классе. За это время все изменилось. У меня есть ты. Катька тоже очень, очень счастлива. Замужем. Счастлива, говоришь? Ты анализ-то посмотри. Так ты ж не даешь. Теперь объясни мне, откуда взялись такие результаты, если твоя Катя, как ты утверждаешь, абсолютно счастлива замужем? Здравствуй, Юля. Здрасте. Сочувствую. Привет. Привет. Ну, относительно нормально. Состояние Вани пока стабилизировано, но… Но что? Просто результаты анализов оказались достаточно неожиданными. Что это значит? Просто у Вани очень редкое сочетание антигенов, и вы оба не подходите в качестве доноров. Как это так? Я не понимаю, что нужна пересадка? Нет, пока нет, но… Макс, ты пока лучше сходи в палату к Ване, а то у меня смена заканчивается. А Катя чуть позже подойдет. Давай, давай. Кать, давай соберись. Предстоит серьезный разговор. Ситуация непростая. Будем называть вещи своими именами. Потому что от этого зависит Ваня на жизнь. Матвей, ты о чем? Что с ним? Ну, что? Дело в Максе. Нет, только не говори мне, что Макс еще болен. Ну, скажи, он же здоров, правильно? Макс, здоров? Успокойся, с Максом все в порядке. Дело в другом. Макс не отец Вани. Этого не может быть. А вы чего здесь? Я отец. Мне лечащий врач разрешил. У меня никакого сигнала не было. Выйдите из палаты. Выходите. В интенсивной терапии без разрешения врача нельзя никому. Пусть на пост позвонит, тогда придете. Все клетки в организме человека имеют 4 пары антигенов. Ну, которые отвечают за приживаемость или отторжение органов. Ваня унаследовал антигены от одного из родителей, но не от тебя.
кабинет, Макс. От настоящего отца, понимаешь? Отец Вани Максим. Нет, и это доказано. Вот посмотри. Просто если бы речь шла о трансплантации почки, то тебе нужно было бы найти настоящего отца. Я, конечно, Максу ничего не скажу, это врачебная этика, но если тебе нужно будет... Макс! Макс! Ну подожди! Да стой! Ну стой ты! Не трогай меня! Я объясню сейчас все. Ну, послушай. Или я просто тебя убью. Макс! Нет! Я не виновата! Ну что? Трубки не берут ни один, ни другой. Господи, а что же с Ванечкой-то? А я говорил. Надо было дома сидеть, а не по клубам шляться. Тогда бы Ванечка не заболел. Петь, ну как ты можешь в такой момент? Причем тут Катина работа? Да при том! Домом надо заниматься, а не танцами. Какие танцы? Она детским кружком руководит. Это детский народный театр, а ты? Ты никогда девочкой-то не интересовался. Хотя она и сирота круглая, не дай бог никому. Ну давай, давай, еще Господа приплети. Ай, что делать-то, а? Не знаю, Петя. Пока ждать. Да, мам. Ты у Ванечки? Нет. Уже нет. Ну, что там? А что Матвей говорит? Ну, положение стабилизировалось, но пока ничего не понятно. Ой, сыночек. А приезжайте-ка вы к нам с Катюшей. У нас тут еды горы остались, и вам не готовить. Посидим, поговорим. Мам, извини, я сейчас не могу. Кусок в горло не полезет. Ну, просто так приезжайте. Потом, мам, потом. Извини. Я позвоню. Положение у Ванечки стабилизируется. А почему у тебя лицо такое, как будто что-то страшное случилось? С Максом что-то не так. Это он тебе сказал? Нет. Но я это чувствую. Катюш, соберись, милая. Сейчас Ване нужна твоя сила, а не слабость. Макс успокоится, ты сможешь все ему объяснить. Ему сейчас очень тяжело. Я понимаю. Пойдем. Да, конечно.
Пойдем. Ванечка, я тебя очень люблю. Я с тобой, родненький. Я всегда с тобой. Пойдем. Катюш, ну как вы там? Мне нужно срочно с тобой поговорить. Ну так приезжай. Ну это удобно. Ты же на работе. Я работаю, когда захочу. Приезжай немедленно. Я еду. Ну вот и молодец. Терялся. Что, простите? Ты когда-нибудь терял все? Все, что было для тебя важно. Всю свою жизнь. Нет. Но вам очень сочувствую. Сочувствую. Как ты можешь сочувствовать, если ты не терял? Если тебе на меня плевать. Что там? Да что вы себе позволяете? Отпустите меня! Тихо, поди глянь, что там. Я себе еще ничего не позволил, но очень сильно хочу. Ты слышь, остынь. Здорово, командир. Друг, друг, спаси от лютой смерти. Спаси от лютой смерти. Да дай, дай на пиво, а? А? Буксы горят, мочи нет никакой. Вот. На, лучше водки купи. А как прикажешь, мил человек? Я здесь буду. Ага. А момент. Одна нога там, а другая уже здесь. Сейчас, вот. И он такой красивый-красивый, ты представь себе, не можешь. Работаем, девочки, не отвлекаемся. Вам как, вот здесь покороче сделать? Это всех касается. Немножко. Катюш, здравствуй. Да, конечно. Пойдем. Буду справлять как бы сушу, чтобы они не влезали. Да, да. Катюш, проходи. Садись. Сейчас кофеечку сделаю. Ну, рассказывай, чего молчишь? Как дела у Ванечки? Катя? Что случилось? Ванечка жив? Ваня жив. А мы с Максом... Я не могу. Я не знаю. Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Я тебе сейчас валерьяночки, валерьяночки. Успокойся, Катюш. Успокойся. Давай, давай, давай. Все. Все.
Молодец. Вот и получается, что все бабы шлюхи. Никому верить нельзя. В самую точку. Глаза такие честные-честные. Это они умеют. Знаешь, как я ее любил? Больше жизни веришь? Что? Она мне казалась такой чистой. Все бабы как бабы, она ангел, понимаешь? Понимаю. Ангел? Чего-то. Что ты понимаешь? Я видеть ее не могу. Я как подумаю, мне больно, я же зверею. Ну так сыпал бы. Поучил ему разуму, глядишь, легче было бы. Да ты че? Я же убить могу. Лучше вообще ее не видеть. Знаешь, какая у нас семья была? Я ж гордился, понимаешь, что у меня семья такая. Мы 12 лет прожили. Никаких ссор, ни скандалов. А тут получается, что я 10 лет не своего ребенка воспитывал. Вот так. Анализы показали. 10 лет растил. И не твой. Как же так? А ведь ты прав, отец. Как же так? 10 лет растил пацана, и вдруг он не мой. Во! Он же не виноват, что у него мать такая. Бабу строго содержать надо. Эй, глупый они народ. А дети тут при чем? Ты прав, отец. Ты прав, Ванька, тут ни при чем. Угу. Ванька мой сын. И я... Я все для него сделаю. Ты понял? Понял, понял. Извини. Ага. А водочку-то? Да забирай. Ха. Ребенок мой. И ничей больше. А ее для меня нет. Умерла. Отец Вани не Макс? Кать, как это? А кто тогда? Я не знаю. Ну как это? На твоей свадьбе, когда ты выходила замуж за Игоря, помнишь? Ну, конечно, помню. Ну и что на моей свадьбе? Мы тогда с Максом поругались. Он не хотел отпускать меня одну. У него бой был. Он предчувствовал что-то страшное, понимаешь? Тогда ночью все напились. Ну, свадьба, понятно. А я не пью. Ты же знаешь, мне от спиртного всегда плохо. А тут подходят друзья твоего Игоря с бокалом и говорят: если подруга не пьет за невесту, она ей завидует. И я выпила. Ну, конечно, мне тут же стало плохо. Я еле дошла до туалета. А потом в коридоре на меня кто-то напал сзади. Я еле шевелилась. Я не могла сопротивляться. У меня не было сил.
Я пыталась дать отпор, но это было бессмысленно, понимаешь? Потом я потеряла сознание. Но я не виновата, ты понимаешь? Меня изнасиловали.